Итак, всем привет, спанчок, и мы продолжаем играть в группу, назовем Масяня под желтым прессом. И я опять продолжаю писать с того же места, потому что как только я закончу, я сразу же опять включу запись, и так я буду каждую серию записывать. Так, что у нас есть? У нас есть дупло. Что-то блестит. Мусор. А. Ух ты, красивая штучка. Не зря она там блестела. Угу, мусор. Так, открывать. Целые спички? Зачем нам спички? Окей. Давайте быстренько все соберем. Лучше не рисковать, да ну нафиг, пусть еще. Надо, блин, такая собачья по руке, я пусть может. Ничего, я беру, если честно. А, сюда? Там же, блин, сколько всякой дряни! Мусор. Мусор. Спички. Спички. У нас что эти? Это же не нужно. Окей. Давай поем с темно, как у... Очень темно, очень. Так. Ну, давайте, рука тонкая. Достанешь? Не достать. Щель какая-то узкая. Надо как-то выкрутить этот ключик, да? Окей. Как? Ну и чё это у нас тут так? Вот там явно что-то есть. Не, ладно, даже пробовать не стоит. Ну, давайте пройдём. Нифига толку. Псина, будь добра, иди нафиг отсюда. Окей, пока. А, подождите. Ящик. Фонарик. Блин, на фонарике там треки. Могу быть. Удобно. Так, я вам кто-то тогда гадался. Что? Магнетизм, понимаешь, такое важное. Ну да, ну да. Да какой, мы только возьмем гранату, как он возьмет автомат, эту штуку и убьет нас. Ладно. Так, что у нас тут есть? Коробка? О, да. Так, ладно. Что есть? Можно туда все ставить? Сюда эти штуки. Вот и все. Точно. Эй, ты как блестит-то? Блин, так не выйдет. Что делать? Моточек? Да. А что теперь? А что теперь делать? Скажите мне, пожалуйста. Не, надо попробовать как? Сюда. Я не знаю. Вот подсказка. Копись быстрее. Не знаю, что тут делать. Ну да. Ну а что если бы не
Давайте быстренько. Ладно, это не очень простое задание, но я хочу его пройти. Уже очень аккуратно. Пожалуйста, не надо, пожалуйста. Да. Быстренько пойдемте-ка, давай. Да! Кажется, последний раз, да, это последний раз. Вниз со всей скоростью можно. Тихо. Ты моя... Тихонько, это уже очень просто. Сейчас я повернусь, простите. Тихонько, прошу тебя. И не говори, сейчас умру, то я пропущу. Пожалуйста. Это за идиот. Нет, это не пройти так. Потому что я умер из-за тупости своей же. Ты мышку от него у тебя идиот, поэтому я должен пройти это. Все. Теперь я не ступил, поэтому я пропускать. Блин, я так... Ладно. Ну и как я сюда попала? Хоть подвал, что ли? Сюда я бы не ступала, нога человека лет 100-200. Простите, что я так... Ну, не страшно. Так. Мага, сколько. Почему это у нас тут под тряпочкой? Нет. Так, надо нажать, кажется. Кирпичик. Мага. Блин, осколки теперь кругом, так и порезать не буду. А, веревка. Нет. Окей. Вот черт, а если я тут ноги переломаю, меня же никто отсюда не вытащит. Как я назад поверил? Ай, все, пути назад нет. Теперь можно двигаться только вперед. Отстой. Я знаю, для чего это? Пойду быстренько, это я ненавижу, потому что он очень трудный. Вот так просто не пройти. Да, тут все обыскано в поисках этой бумажечки. Чего тут не хватает? Интересно,
кто это был такой голодный, что каменный фрукт сожрал? Ну-ка. О, это бывает не будет, надо еще поискать. Ну, слышь, надо. Не, надо попробовать. Окей. Не, ладно, даже пробовать не стоит. Все, ну-ка. Что здесь? А, шонг. А, ну да. Ну, ждем. Дальше. Не еще не смотрю. Внимательно смотрю, больше ничего не вижу. Больше и нет. Здесь видишь, что нет? Палка. Кулачочка. Палочка. Нет, фигня, так не получится. А что такое? Что? Сюда палка? Нет, надо попробовать. Ну что это может быть? Ну расскажите мне, пожалуйста. Давай скорее, пожалуйста, я не знаю, я сейчас буду готовить. Ау, бумажечка. Ау, да. Конечно. Ключики, зачем они должны быть готовить? А, да. Блин, на грустный смайлик. Я выдал! Сейчас мы рванем из этого. Ну, блин, облом. Кто это додумался дверь с той стороны закрыть? Пустите! Блин, да ведь никто услышит. Надо искать какой-нибудь другой путь. Чего это у нас тут теперь написано? О, это бывает будет. А! О! Просто так угли не разжечь. Бумажка. Ну чего, подбирать что ли? Нет, тут где-то тут написано. Вот только согреться бы. Ой, и можно искать тут дальше. Что это пока не пишет? Я нашел без подсказки. Положим это сюда. Это оно. Если контентисто оно было вот это вот тут. Ужигаем. О, теплело. А что это такое мне тут дым увеличит? Не запомнил. А, смотрите. А, если так, то я запомню, конечно, это вот так. Ножка. Ручка. 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 Ну и отлично, ну и с вами мы пишем. Ну, пока. Пока. Короче, ребят, это очень долго все. И, короче, я закончу на этом же месте, потому что тут все очень было долго, и второй эпизод я не буду выходить. Вот всю ночь, короче, пробыли, мы даже не спим, нам надо спать. Помощь нужна хочется. Пойди, куда, куда.
всегда приплыли карапузики. Меня тут не было, когда весь этот поток начался. Все залило, и комп нафиг залило, сгорело вообще нафиг. Так что не будет никакого сайта. Тихо без масла. Блин, ну лохматый, у тебя столько всякого компьютерного хлама, чтобы сотни компьютеров срать можно. Нет, здесь ни одного, пожалуй, не получится. Всегда по закону ползать, ничего-нибудь не хватать будет. Я посижу до пока, погрущу. Эх, как там сегодня ночи было. Давай, грусти, не зайди. Ладно, все. Короче, всем спасибо за то, что вы знаете. Здесь на канале, с вами будет спорта. Всем пока. Почему-то говорю, всем пока. Потому что это очень будет долгая миссия. Я заканчиваю. Всем пока.